кажется, погнали. А вам всем приятных просмотров. Ну что, народ, Wait Station открыта. Первая. Сейчас посмотрим, что она даст нам. О, байпас загорелся. Отлично. Поехали мимо. Я уже ориконовский пермит купил. Бумажку на окно положил. Вот она, весовая. Сетро Питава. А нам байпасик дали. Красиво идем. Ну что тут скажешь, народ? Переплываем речку Колумбию. Эта речка разделяет два штата, Вашингтон и Орегон. То все, заезжаем в штат Орегон. Нам еще 10 майлов, и мы будем сходить на экзит. Прибыл на первую разгрузку. Сейчас трапы поскидываю. 11 палетов сюда идет, и 11 на носу у нас идет на другой город, поедем. Ну а потом у нас на Хиллсборо загрузочка. Назад Вашингтон, в Арлингтон. Погнали! Тут дождик идет. Ну все, народ. Разгружаемся помаленьку. Здесь и дождик идет. И ветер. Страпы скинул. Или ремни. И накинул два вот на этот высокий последний. Два должно быть всегда сзади. А это сейчас будет мой последний. А на улице холодновато. Сделал свою работу и в трака залез. Греюсь. Ладненько. Сейчас еще сколько ему там осталось? 3 или 4 палета поддона. И мы погнали дальше на следующую разгрузку. Такой же самый Home Depot. Значит, ребята, воздух вчера тек. Поэтому я дома как бы не заметил, когда домой трака пригнал. А уже не текет. Полностью вообще не слышно, хоть и выжатые кнопки, хоть и не выжатые, так отлично. Какая-то там смазка произошла, и воздух больше не травит. Так что классно, утечки воздуха нету. Осталось вот щетки поменять, кстати. Щетки очень плохие. Высохли на нет. Что-то я не подумал за них. А вот когда в дождик попал, то это самое первое, что ты видишь. Ну ничего, поменяем. И там воды вообще нету. Кнопку жал-жал, а водой она не полоскает. То надо посмотреть, в чем дело. Откуда он прет? А, она? Ну это нормально. Женщина на Волве. Это нормально. Сейчас мне передок снесет. Не проезжает. Они-то с драйвенами, с фурами вот туда заходят. Ну там как бы сейчас все занято, так что подожди. Сейчас выскочим вот сюда, налево, потом направо и опять на фривей. Так, нас вроде разгрузили, сейчас посмотрим. Там какая-то грязь осталась. Вот это на стекле наш пермит на Орегон. Так как у нас номеров до сих пор нету, да. Самое главное камни убрать, а эта грязь смоется. И вот здесь что-то валяется. Ну, как всегда, дерево.
уберем, выкинем. Ну все, гоним на второй стап. Нам разгрузиться, а потом на загрузочку. С 205-й фривей или хайвей, какая она тут, уходим на пятерочку. И возвращаемся в сторону Портленда. Тут буквально пару экстов проехать и будем сходить. Ну а вот он наш Home Depot слева. Вот туда нам надо. Уходим на Cruiseway. Да, прикольно, прикольно. Прям по парковочке. А вот здесь типа нам влево повернуть. И опять же таки ерунда какая-то получается, а? Вот не могли, да, не? Меньше этот заезд сделать, а? Просто не могли. Здесь оттачек понаставили каких-то. Че? Будем вперед-назад делать, как всегда. Там вот видите, кто-то уже колесом проехал. Вылез трака, ненужные вещи убираю. Мне надо еще сюда морду. Приходится вот двигать эти тележки. Хотя бы вот так, чтобы выпрямиться. Потому что там у меня все. Вплотную, как говорится. Да, не фонтан. Берем как можно ближе, чтобы зеркало не зацепить. Прошел. Наверное, еще придется тачку вот эту убрать на колесиках с цветочками. Прямо так посредине встал. И вот сюда их будут сейчас снимать. Отлично, погнали работать. Страпы скручивать. Нормально. Вот сюда мы с вами пытались повернуть. Помаленьку дела идут. Все, разгрузились. Выезжаем помаленьку. Едем куда-то на стройку, на construction, что-то забирать. Все, погнали, народ. Вторая разгрузка удалась.
что, народ, у нас было в 11 часов здесь разгрузка вторая. А сейчас только 11 часов, и я уже выскочил. Уже разгрузили, все, летим на загрузку. Так что все классно. Трак бежит супер, четко. Сюда шли 44 тысячи, было паунтов. Отлично доехали. А сейчас едем Хиллсборо. С Юджина груза нема. Так что едем Хиллсборо. Идем по 217-й. Сейчас будем уходить на экзит 2А на десятку. Это у меня так траковский GPS ведет. А на телефоне набрал на карту. Говорит, езжай до 26-й. 26-й фривей — это как бы главный. А здесь получается десятка и потом 8-й хайвей. Какими-то маленькими хайвеями будет вести. Ну попробуем. Попробуем. Что моя женщина говорит, так и поедем. Так что сходим. Сейчас, ребятки, прикольно. Остановился Lexus RX 350 или какой он там SUV. Вот этого чучелу высадил. Вот он сейчас одевается. С карбордом стоит. И сейчас будет бабки клянчить. На Lexus им денег не хватает. Приехал на работу. Типа homeless. Вот так вот. Оделся, все дела. Сейчас бумажку выставит, что нуждается в деньгах. А кто в них не нуждается, скажите мне, пожалуйста. Мэн, новенький Lexus подъехал. Я просто в шоке, а. Вот так вот подрабатывают. Проезжаем через вот такой маленький городок. Уже время бы покушать, но смотрю, негде даже встать. Было терияки, проехал. Вот еще терияки. О, как я люблю эту терияки. Сладкий соус у них такой классный. Еще и спайси его. О, горячий. Ну, встать буквально негде. Так что едем дальше. Я вот с этим поездом уже наравне минут 5 еду. Только обгоню его. Потом красный цвет, и он меня догоняет. Он так медленно идет. Что-то у него получается быстрее, чем у меня. Сейчас опять разгоняемся. Ну, вроде как обогнем. А, как же это слово придумать? Обогнать. Обгонем. Нет. Обгоним. О, вспомнил. Там красный. Уже зеленый загорелся. Вот он, красавчик. Ну ничего. Соревнуемся с поездом. Кто быстрее приедет. Мне еще 3.8 мили ехать и потом сворачивать налево. Вот интересно, я его буду ждать. Скорее всего. Или я вперед него поверну налево. Перед ним. Посмотрим. Доживем, увидим. Ну все, стоим, ждем. Кто-то подскажет, чего мы ждем. Вон красавец, опять нас догоняет. Уже шумит сзади. Погнали, погнали, зеленый. Вроде наша улица. Сворачиваем. Куда прешь, стой. Не видишь, траки едут. По ходу дела вот слева. Скорее всего,
вот эти трубы какие-то. То что груз получается 6000 паунтов всего. Да, пустые какие-то трубки. Интересно. Школьные автобусы. Arriving at 710 Southwest Armco Avenue on the left. Ну а мы, наверное, прям туда к ним заезжаем. Значит, условия, чтобы сюда заехать. Каска. Safety glasses. Safety vest. Long sleeve, long pants, work boots. Нормально. Короче, должен одеться вот так, как Шварценеггер выглядит. Ну чё, народ? Загрузка идет полным ходом. Downtown Portland. 405-я. Такой мостик красивый через залив. Народ, ура! Остановился я покушать. Вот такая заправка. Pacific Pride, Shell. Мы вот так встали. Пойдем грузик покажем. Значит, какие-то фильтра пластмассовые. Вон снизу, то фильтра. И мужик говорит, сильно, говорит, не притягивай, а то поломаются. Я говорю, мужик, мне как-то надо их так притянуть, чтобы я их не потерял, да? А потом вообще интересно. Просто бумажные баксы, cardboard boxes. Ну куда это? Я их прижимаю, они сгинаются и сгинаются. Ерунда, короче. Так что я и такими страпами затянул, поперек кинул. И большими. Так это все дело смотрится. Не сильно хорошо. Но пока едет. А тут уже железяки. Груз очень легкий. Это вообще-то уже пластмасс какой-то непонятный. Так что вот так. Всего 10 тысяч паунтов. Это вся ерунда. Для меня то легче 40 тысяч везти. Но самое главное, знаешь, что ты его притянул, и он никуда не денется, чем все вот это барахло. Я так считаю. Едешь потихоньку, чтобы ничего не рассыпалось, не разлетелось. И по зеркалам постоянно смотришь. Как-то так. Идем, сейчас возьмем халапино бургер с френч фрайс и будем кушать. Ну что, народ? Тут самое главное пепси, понимаете? Френч фрайс, налил кетчапа туда и халапино бургер.
Сейчас перекусим и погнали дальше. О, красавчик, а, Петюня? Просто шик. Ну что, народ, вот уже и начало темнеть. Показывать, что дома я буду 5.02. Не дома, а на парковке. Паркуем тракой до дома. То это еще по-божески, как говорится, с 5 до 5 нормально. Когда с 5 до 7 бывает, тогда тяжелый день. Так что все супер. Перегрузились. Трак идет шикарно. И завтра на разгрузочку у нас. Арлингтон. Поедем опять на север. В сторону Канады. Так что, ребятки, со вчерашнего видео я еще комменты даже не было время прочитать, чтобы на что-то ваше ответить. Уже простите, сегодня время не было. Работа, работа. Так что все, всем опять спасибо, что смотрите, комментируете. Увидимся в следующей серии. Как-то так. Последняя весовая. Но она закрыта. Еще и нам в салоне зеленая лампочка моргнула. Так что классно. Поездка, как говорится, удалась.